где-то в течение месяца город наконец-то приобретет генеральную схему уборки, очистки города. Это тоже вот все такой комплекс поручений, комплексная программа. И вот в рамках этой программы предусмотрено в тех дворах, в которых очень тяжело заезжать специальным машинам, ну, в силу того, что они заужены, старые дороги, много стоит сегодня транспорта во дворах. Вот, принято решение, что значит, частично будут создаваться новые контейнерные площадки заглубленного типа, то есть полуподземного типа. Они очень презентабельно выглядят. Их можно ставить и в скверах, не только во дворах. Но для того, чтобы их обслуживать, нужна специальная техника. Вот как первый такой серьезный реальный шаг, это вот приобретение вот этой вот машины, мусоровоза ТО-449. Он является машиной боковой загрузки, и у него специальный, значит, вы видели сейчас устройство подъемное, для того же манипулятор, для того, чтобы можно было обрабатывать вот эти контейнерные площадки заглубленного типа.